Как президент НОК, я буду работать вместе с вами для того, чтобы игры в Стамбуле в 2020 году были фантастическими и для НОК, и для всех федераций. Как вы слышали ранее и увидите сегодня, мы запланировали массу изменений, которые позволят нам сделать все более компактным и организовать замечательный опыт для олимпийской семьи. Ваши отзывы оказались безусловно очень ценными. Я обещаю, что для ваших команд будут созданы наилучшие условия, чтобы они могли показать наилучшие результаты. Кроме того, они смогут насладиться опытом всей жизни. Новая заявка от новой Турции. Половина из 70 миллионов нашего населения – это молодые люди, которым менее 25 лет. И мы будем праздновать достижения всех спортсменов в 2020 году. Они смогут продвинуть олимпийское движение вперед и построить мост в будущее. Олимпийские деревни объединяют атлетов, которые спортсменов, которые представляют разные страны, разные континенты, разные культуры. Стамбул делает это каждый день. Каждый день наш город объединяет людей с разных континентов и из разных культур. У нас будет единая олимпийская деревня для всех спортсменов. Она располагается в центре Стамбула с видом на город и на море. Будут представлены очень щедрые места для размещения, тренировочные базы, которые будут буквально в нескольких шагах от места проживания спортсменов. Для паралимпийских спортсменов будет предоставляться интегрированные, доступные комнаты и общие места отдыха. Мы обеспечим одинаковые условия для всех. Наш мастер-план, компактный мастер-план в отношении проведения игр предусматривает 4 зоны проведения соревнований. В среднем время будет занимать 20 минут, чтобы добраться от одного места в другое по сети транспортной. Наш план полностью увязан с долгосрочным планом развития города. Среди таких объектов можно отметить новые устойчивые модели для олимпийских парков, ускорение развития и перестройки нашего порта, в который находится в устье Босфора, создаст символ игр и новую Турцию. Наследие для нашего народа будет заключаться в более чем 600 гектарах зеленой зоны, которая позволит соединить, так сказать, местные общины с береговой инфраструктурой. Мы уже создали структуру, которая позволит вложить миллиарды долларов в эти игры, и подключили партнеров, которые пользуются поддержкой правительства. Они обязуются построить всю необходимую инфраструктуру и гарантировать высокое качество и раннюю сдачу в эксплуатацию. На данном этапе они строят новые спортивные сооружения нашего города.
которые поддерживают наш план. Они строят олимпийскую деревню, которая сможет предоставить место проживания для всех. Как и во многих больших городах, дорожное движение может быть сложным в пиковые моменты, в пиковые часы. Соответственно, наши игры пройдут во время летних каникул, и, соответственно, трафик будет минимальным. Транспортная система, в ней мы осуществляем преобразование, на которое мы потратили 16 миллионов долларов. И данные усилия помогут эффективно перевозить ваших спортсменов и ваши транспортные средства. К 2020 году мы удвоим наш потенциал системы метро и сможем довозить зрителей до каждого кластера соревнований. У нас уже существует два первоклассных аэропорта, которые находятся буквально к северо-западу от Олимпийской деревни. Стамбул – это глобальный центр. Вы сможете напрямую связаться через наш аэропорт с 200 различных городов во всем мире. Это уникальное географическое положение позволяет вам приехать из вашей страны прямо на эти игры. Мы взяли на себя обязательства по организации не просто игр. Мы обещаем, что эти игры станут зрелищными, и это позволит вывести олимпийское движение на новые горизонты. Практически 90% людей, проживающих в Стамбуле, а также по всей стране, поддерживают нашу заявку. Без какого-либо маркетинга. Более 5 миллионов жителей нашего города уже говорят, что они купят билеты на Олимпийские игры. Это новый старый мир, новая Турция, новая заявка на проведение Олимпийских игр в светском мусульманском государстве, в котором объединяются все расы, религии и культуры. Ткань нашего общества строится на принципах свободы и уважения. А что касается игр, народ и средства массовой информации, представляющие каждое государство, будут приняты с распростертыми объятиями и смогут познакомиться ближе с нашей удивительной страной.